Пожар в 14-м микрорайоне. Сегодня произошло возгорание в одной из квартир второго подъезда 21-го дома. Сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 14 часов 18 минут. По сигналу тревога. Караул выехал. К месту вызова в составе двух отделений и автолестницы. По прибытию было проведено развертывание караула, проведена разведка. Подан ствол, производилась также эвакуация. По автолестнице эвакуирован ребенок и женщина. И один ребенок эвакуирован по лестничному маршу. Мы на балкон просто вышли, уже видим лестницу к нам. И через лестницу ребенка и сама часть лестницы. По предварительным данным, на момент возгорания в квартире находились две девочки. Они покинули ее самостоятельно до прибытия пожарных. В результате пожара дети не пострадали. Была открытая дверь. Открытое горение на кухне. Как потом оказалось, это диван был. Ну все, потушили, пострадавших не обнаружено не было. Благодаря профессиональным действиям пожарных возгорание удалось потушить за считанные минуты. В результате происшествия никто не пострадал. Обращение к работникам скорой помощи не зарегистрировано. Причины возгорания выяснит следствие.